В ноябре в России стартовала акция «Елка желаний-2023». Проект «Движение первых» при поддержке Росмолодежи проходит с 2018 года. Благодаря ему дети от 3 до 17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок на Новый год. В этом году представители администрации Каспийска решили принять участие в акции и осуществить заветные мечты детей. Заместитель главы города Гусейн Ункилов подарил юному каспийчанину назад долгожданный телескоп. София и Нармина получили спортивные шведские стенки от заместителя главы Арсена Шерифова и руководителя аппарата администрации Виктора Чеснокова. Заместитель главы Руслан Учекаев осуществил мечту Гамзата – это планшет. А Сергей Шахвалиев подарил Усману набор пластилина и игрушку. Начальник управления имущественных отношений Айвар Аливердиев и руководитель Федерации бокса города Каспийска Гаджимурат Амаров подарили юной Милане смарт-ТВ, о котором она давно мечтала. Член общественной палаты Альберт Ахмедов подарил Ибрагиму спортивный инвентарь и рюкзак.